Ну, в первую очередь мы сосредоточены на возможном изучении и трансфере технологий европейских, которые необходимы сегодня для российских железных дорог в тех областях, которые являются приоритетными. Это в первую очередь высокоскоростное движение. И мы сегодня сосредоточены серьезно на проектах следующих направлений. Это разработка, локализация, стандартизация, сертификация технологий верхнего строения пути безбалластного, что однозначно является сегодня крайне важной темой. Именно разработка фактически первой российской технологии на базе того опыта, который есть у наших итальянских партнеров. Очень важная тема – малая энергетика, которой тоже занимается банк вместе с партнерами из Франции. И здесь есть тоже вопросы, которые требуют сертификации, локализации, не только локализации, но и главное – адаптации технологий международных под российские условия. И буквально несколько дней назад мы подписали соглашение с Миланским метрополитеном о создании совместной, о проведении совместной работы в области участия в проектировании верхних транспортно-пересадочных узлов для, например, Малого кольца или тех транспортно-пересадочных узлов, которые будут сейчас делаться интермодальные для пассажиров в Москве. Тема крайне важная, потому что, по сути, в России нет опыта именно инновационного и инвестиционного и коммерческого использования транспортно-пересадочных узлов. Здесь могут быть привлечены серьезные инвестиции, и банку это интересно, безусловно.